дистанции, много говорили про дистанцию. Это все очень правильно. Чувство личного пространства, комфорта, с той дистанции, на которой я могу развивать атаку. Мы сейчас с вами для простоты возьмем одну дистанцию и с этой дистанции будем работать. Мы знаем, да, есть дальняя, есть средняя, есть ближняя, клинч там. Есть еще несколько, но мы возьмем среднюю. Камая, ручка вперед, выкинь. Вот мы для простоты, просто как шаблон сейчас возьмем, чтобы нам было удобно отталкиваться. Вот это наша средняя рабочая дистанция. Если наши руки здесь не мешают друг другу, камая, вот этот момент здесь я не готовлю атаку, отсюда я ее начинаю. Потому что если я здесь начну развивать, мне пролетит. Вот здесь я могу себе позволить там поменять стойку, там посмотреть на время, еще что-то. Но вся атака начинается у меня со средней дистанции. Теперь смотрите, мы еще раз снимаем, да, все, ставим статично. Сзади немножко оставляем, это под, такой как проба. Мы сейчас попробуем, я вам три варианта атаки покажу, вы попробуйте, а потом мы начнем их в парах. Просто на месте ставим камая. Смотрите, ближняя нога делает микроподшаг вперед. Это как разведка, как разведка. Я смотрю, как он будет реагировать. Или он останется на месте, или он начнет смещаться, или он пойдет импульс навстречу. Да? Я проверяю. Если это без динамики, вот, я проверяю. Раз, я делаю два. И следующим движением, третьим, я делаю первым темпом атаку. Просто стоит. Раз движение проверил. Два движения. Три движения. На примере кизами. Первый вариант. Второй вариант атаки. Вот эту. Не, вот эту руку. Вот. Да, близко не кизами. Та же самая дистанция. Делаем то же самое через переднюю ногу. Раз проверили. Два проверили. И микроподшаг. Три. Выход. Пощупали. И третий вариант тот же самый, но уже с движением задней ноги. Передняя нога остается на месте, но дистанция не меняется, но вот это длину стойки я сокращаю для того, чтобы стартануть. Я работаю задней ногой. Раз проверил, два проверил и. Вот эти три варианта мы давайте с вами попробуем, а потом их положим на перемещение в средней дистанции и атаки с другой положения. Поехали. Нужную мне дистанцию, какой бы я быстрый ни был, я от своего попаду. Или если он меня начинает напрягать, а я не могу, не успеваю уйти, мне не помогут ни быстрые ноги, ни быстрые руки, ни моя реакция, у меня просто затопится. Поэтому и нога передняя, так же как и задняя, это всего лишь средство сближения, так же как и это. Вот, смотрите, вот эта нога по отношению к партнеру, она должна перекрывать проекцию задней ноги. Если я буду делать вот так, эту ногу видно, я должен спрятать. Не говорит о том, что я должен развернуться вот так. Но эту ногу, если я стою вот так, отсюда нет смысла. Мне нужно зайти, чтобы спрятать ее, чтобы было движение какое-то. То есть я ее должен спрятать. Вот. Вот движение. Отсюда. Или рука. Отсюда. И отсюда я не достану. А отсюда я очень хорошо достану.